«Комсомольская правда» обратилась к мальчишкам всей страны. Ребята, готовьтесь к соревнованиям на приз клуба «Золотая шайба». И свыше 2 миллионов юных хоккеистов вступили в сражение на дворовых катках и стадионах. 16 лучших команд приехали на финальный турнир в Москву. Кому достанутся золотые медали? Москвичам? Или ребятам с берегов Ангары? Чемпион мира Александр Рагулин открывает игру. Сразу с первых минут атакуют москвичи. Сережа Коровцов, капитан москвичей, забивает первую шайбу. Молодец! Но сибиряки не думают сдаваться. Неужели гол? Нет, не удалось. Шайба опять у москвичей. Вторая шайба. Здорово! Победа!